Ну, у меня были шрамы. Я очень долго искала мастера, тату-мастера, который смог бы мне помочь перекрыть их. И однажды я все-таки наткнулась на пост о благотворительной акции «С чистого листа с Баски». И поняла, что именно она. Ну вот и настал тот день. Я попала к Лене. Я безумно счастлива. И вот эти все ощущения болевые, которые я сегодня испытала, они сравнятся с тем, что я сейчас испытываю. Потому что для меня это новый этап в жизни. Я понимаю, что теперь я не буду прятаться, скрывать свой шрам. И я безгранично благодарна Лене за то, что она предоставила мне такую возможность. И спасибо. Спасибо.